Всем добрый вечер. Я смотрю с одного гаджета, а выхожу в эфир с другого, поэтому пока отключил. Тут, там на том гаджете Николай до сих пор вещал. Заслушался я его. Да, Николай, большое спасибо за такой подробный теханализ. На самом деле, вот я так в чате читал. Николай один из самых таких успешных трейдеров в команде, поэтому... Ну, я это точно знаю по его показателям. И, ну, Анна объявила один конкурс, тоже такой достаточно, с одной стороны, провокационный, да. Да, это же надо найти счастливые моменты, еще их надо поискать. Да, там, я читаю чат, чувствую, что у многих шансы будут высоки. Занять первое место в этом конкурсе. Да. Давайте перейдем к цифрам. Моя часть – это огласить результаты нашей недели. Ребята, в принципе, поработали хорошо. Еще раз, наверное, доказывает, что мы во флете работаем очень комфортно. И я даже немножко, ну, сам удивился результатом. Ну, то есть, может, мои показатели... скажем, были ниже тех общих результатов, которые мы за неделю получили. И поэтому был приятно удивлен. Да, и, ну, работа на коротке, на краткосрочном трейде, одна из, наверное, самых сложных в работе трейдера. И, ну, тут ребята прям показали прям высокий класс. Еще раз, как бы... большая благодарность нашим ребятам, просто честь, что я с вами, так скажем, работаю. 0,43 у нас результат недели по биткоину. Это 50% от дохода с накопительного, 0,58% доход по эфириуму. Тоже, ну, 50% накопительного. И 0,56% по USDT. Это результаты, по которым мы закрыли предыдущий отчетный период. Ну и, соответственно, оглашу цифры, которые пошли на погашение нераспределенного убытка. Ну, первое – это 50% от дохода с накопительного счета в абсолютных величинах. Это 10,8 биткоин, 288,55 это эфириум и 873,884 это по USDT. Sunrise программа плюс Solara 9,26 это биткоин, 247,33 это эфириум и 749,043 USDT. Прибыль управляющей компании Амирфинанс 6,17 биткоин, 164,89 эфириум и 499,362 USDT. И 50% гонорара управляющих активами 7,71 биткоина, 206,11 эфириума и 624,203 USDT. Общий суммарный результат – это 33 биткоина. 33,94 биткоина, 906,88 эфириума и 2,746,493,98. На момент, ну, подсчета результатов мы фиксировали курс 30 400 это по биткоину и 2070 по эфириуму. В итоге суммарно в эквиваленте USDT на погашение нераспределенного убытка на этой неделе пошла сумма 5,655,635 USDT. И на начало отчетного периода, то есть на утро сегодня, да, там 30,094,128 USDT, и после текущего результата у нас суммарно нераспределенный убыток составляет 24,438,492 USDT.
Вот таковы результаты недели. Почему, еще раз похвалю ребят, почему очень показательная работа, потому что рынок был всю неделю в боковике. И, ну, в принципе, волатильность была выше среднего, то есть, ну, в среднем волатильность была где-то около 10%, да, там среднедневная волатильность. И ребята практически все возможные варианты вытащили. Ну и поэтому при такой низкой волатильности, ну, условно низкой волатильности, такой высокий результат, это говорит о профессионализме. В принципе, у меня все, Анна. Остальные вопросы, наверное, обсудим на криптомире или на других наших встречах. Точно, да. Спасибо большое. Спасибо за информацию. Спасибо вам и всем трейдерам. В чате очень много огня и благодарности. Это очень классный результат. Ну что, я напоминаю, что следом выйдет первая часть, первый выпуск презентации Марата Амировича, которую сегодня точно стоит посмотреть. Ну, а я пошла ловить свои моменты счастья, чего и вам желаю. Всем хорошего вечера. Пока-пока. Global Star Club. Возможности безграничны.